Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители нашего канала. Сегодня хочется представить вам жанр в живописи, который действительно стал одним из самых обсуждаемых и в то же время находящих противников для себя. А все дело в том, что это нонконформизм, и дело получается в таких вот случаях, что данный стиль для художников был в основном показывая свои взгляды, не слушая никого. Причем с переводом водом у нонконформизма все тоже довольно просто, это неподобный, несообразный, но в то же время, если мы будем разбираться подробно, то у данного стиля совершенно нет периода, и в каждый из разных жанров он находил себя. Поэтому нонконформизм — это прежде всего демонстрация своих взглядов, своих устоев и ни в коем случае не прогибание под систему. Даже в других компонентах нонконформизм называл себя революцией против того стиля, который сейчас является главенствующим. И, естественно, против него боролись. Очень много было противников, особенно это касалось именно властей. Но художники, которые хорошо занимались в этом плане и смотрели на живопись со своей стороны, с новыми устоями, находили призвание, пусть и ненадолго, но все же именно с помощью так называемых протестов. Также для нонконформизма свойственен формат быть в той форме, которую предоставил именно взгляд фантазии художника. Ни в коем случае никаких подобных стилей, которые главенствовали, не было. И если так уж мы судим по данному стилю, то нонконформизм был одиноким. То есть особых случаев, чтобы были огромные взгляды у других людей и набирались, так сказать, огромные масштабы аудитории, совершенно не было. Работали либо маленькими кучками, либо же вообще, как говорится, в одну сторону и с одним званием. Так что мне бы хотелось узнать, что вы думаете насчет нонконформизма. Действительно ли он мог себя проявлять, ведь если так посудить, то в каждую эпоху мы найдем такой вот формат рисунка, и выделялись среди них даже так называемые известные люди, такие как Пабло Пикассо, и даже Эль Греко в своих формах с этим всем главенствовал. Так что пишите нам на этот счет, обязательно не забывайте подписываться на социальные сети, ваше мнение для нас всегда очень важно. Видео специально для post.su, большое спасибо за внимание.